Здравствуйте, меня зовут Харидин Фабек, и я преподаватель в учебном центре International. Преподавателем я решил стать, так как эта профессия привлекает меня тем, что учитель всегда должен развиваться и усовершенствоваться. И я придерживаюсь педагогического кредо «Токендо дискимус», что означает «уча, учимся». В своей работе я выделил такие приоритеты, как любовь, понимание, уважение и терпимость. Оскар Уайльд говорил: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Поэтому я стараюсь не только давать ценные знания, но и поддерживать интерес учеников и позитив на уроках. Почему International? Ну, тут все ясно. Здесь ценят качество учеников и учителей, всячески помогая их развитию и предоставляя удобства. Преподавание, несомненно, тонкое искусство. По этой же причине для меня каждый урок – это произведение. И к урокам я готовлюсь тщательно. Неоднократно бывало так, что ночами не сплю, придумывая новые занятия, все более интересные способы объяснения тем, и также интересные игры. Но все не зря. Ведь ничто так не радует, как успех наших студентов. Для этого мы и стараемся. International – инновационный центр английского языка.